как-то два сталкера. Ну, один другому и говорит. На днях к долгу заходил на огонек. Ну и остался должен. А потом пошел к свободе. И чё? И стал свободен. Говорят, например, что артефакты — это бомбы, которые в один прекрасный момент сдетонируют. А так как их растащили по лабораториям, то будет уничтожена куча научных ресурсов Земли. Подъезжает как-то к базе два сталкера. Один на навороченной Тойоте, другой на раздолбанном таком мелоке. Вот он выходит из тачки и видит тут, что на него уехал. Дверь как закрыть не может. Но он ему, значит, и говорит: мужик, ты чего уродуешься? Кого тут бояться? Район спокойный, я тачку вообще никогда не закрываю. А тот ему отвечает: да я вот тоже не закрывал, так вчера, блин, дуры же залезли и все сидушки заболевали. Ну все, сталкер, хана тебе! Но кто знает, может тот, кто за радар ходил и может сказать. А кто у меня сталкеров, Бурила, оттуда вернувшихся? Лучше... Чан что-то, свиньи пускают. Выходи сам с поднятыми руками! Встречаются два сталкера. Помнишь Васю, ну того, который еще хотел летчиком стать? Ну и чё? Да он вчера в трамплин попал. Ну попал, и чё? Да ничего, сбылась у человека мечта. Полетел. Турила, ты лучше не нарывайся. Выходи сам, с поднятыми руками. Вот и лезут мысли подобные. Я вот думаю, может эти уродцы инопланетные на месте радара поставили поле какое-то свое защитное, которое стирает нам мозги, как наждак. Ну все, сталкер, хана тебе! Подъезжают как-то к базе два сталкера. Один на навороченной Тойоте, другой на раздолбанном таком мелоке. Ну, крутой выходит из тачки и видит тот, что на Ниве приехал, дверь никак закрыть не может. Ну, он ему, значит, и говорит: мужик, ты чего уродуешься? Кого тут бояться? Район спокойный, я тачку вообще никогда не закрываю. А тот ему отвечает: да я вот тоже не закрываю, так вчера, блин, дуры же залезли и все сидушки заболевали. Сталкер, хана тебе! Прячешься? Ничего, сейчас вылетишь как ошпаренный. Эй ты, выходи по-доброму, а то костей не соберешь. Ну ты, ползи назад, сталкер. Нехрен тебе в зоне делать. Турила, ты лучше не нарывайся. Выходи сам с поднятыми руками! Ну все, сталкер, хана тебе! Ремесленных, рейтлацишин! Эймях курмбетнёб, смасы дяхыв! Ася вырынли шулы, алый рут! Делай денёв свой бесценный хай! Рейтлацназалый злоб, бейтун! Шой ребесенеть всякота, умр бов дабы дяхывы, дэ! И на улице зачем бесить, и зря зажирует, не жмарочит, как я вырос из-за нежёлтого, я вообще не стал не тот, я вырос из-за меня, так и не щебу, пшня твои, и на его как проверок, стоя одну того, всю эту ручник, жуй, и я говорю, всем за мой ум, уже он не только с гахом не видит, плохо или повинен, вот что ты не видишь, а ты не духа на ногу. А если он мог как надо было, за ногу, то есть он я тебе начну рано на нельзя. А что отца утра, Димыч, ты выходишь, не хочешь, как ты, как ты, блин, я не знаю, где ты, как бы, а я чего не дай, а ты тебя пойти, как ты, был от месяца. Шат, Гарри! Эй,
их уровень днём с массой дяхил. А ся вырвали школы. Алый рус. Выходит из тачки и видит тот, что на Ниве приехал, дверь никак закрыть не может. Но он ему, значит, и говорит: мужик, ты чего уродуешься? Кого тут бояться? Район спокойный, я тачку вообще никогда не закрываю. А тот ему отвечает: да я вот тоже не закрываю, так вчера, блин, буры залезли и все сидушки закрывали. Выходи сам с поднятыми руками.